Всем привет. 4 октября, 7 часов утра. Снова я отправился на охоту. Проспал немножко. Потом еще забыл телефон, пришлось возвращаться домой. Надеюсь, пословица «вертачен и вдача» на меня не распространится. Вот, разрыл такую кучку. А тут такой беленький маленький. Такой вот. Когда-то один товарищ мне говорил, что зонтики любят расти в акациях. Вот акация. И вот зонтичек. Правда, еще не раскрытый, но ничего, он дома в водичке раскроется. Такой красавчик. Красота какая. День сегодня обещает быть солнечным. Маслятки тут попадаются. Крепенькие. Вот мы видим в низинке такое болотце. Вот, но прежде чем зайти в него, нужно обойти вокруг, сделать такую некую прелюдию. Потому как люди, увидев это болотце, бегут сразу внутрь. А мы обойдем по кругу сначала. Вот первый масленочек. Молоденький. Так, ну похоже, тут уже кто-то прелюдию сделал. Ничего нету. Пойдем внутрь посмотрим. Так, вот мы видим, что-то коричневое блестит на солнце. Если на открытых участках местности вам встречаются такие низинки, конечно, их нужно проверить. Но будьте крайне бдительны, смотрите под ноги. Так как сюда могли сходить как по малой нужде, так и по великой. Это я к тому, что тут вот что-то коричневеет и блестит. Так, это оказался масленок. Еще маслятки любят расти возле поваленных деревьев, старых. Вот мы видим один. Смотрите, какая красота. Вот я решил немножко зайти в такое сухое болотце. Вот. И смотрю, а тут вот такая красота. Какие приятные. Как молоденькие грибочки. Красотинушка. На что это похоже? Пишите комментарии. Я сейчас обращаюсь к мужчинам. Любите своих жен, потому что вам так повезло с ними. Не то, что римскому императору Клавдию с его женой Агриппиной, которая отравила его вот этим вот грибом-убийцей. Это бледная поганка. Вот очень похоже на шампиньон. Вот снизу белые
белые пластинки. Она еще может быть зеленоватой. Так что тем, кто поздней осенью любит собирать зеленухи, не приведи Господи, перепутать их с этим грибом. Клиническая картина отравления бледной поганкой ужасает. От 8 до 21 часа с момента съедения гриба начинается неукротимая рвота, жидкий стул до 25 раз в сутки. На 3-4 день начинается тотальное обезвоживание организма. Что интересно, температура не повышается, а наоборот падает. Кровь загустевает. На 5-6 день начинается желтуха в разной степени. Необратимые процессы в печени. Более 50% случаев с летальным исходом. Поистине мученическая смерть. Так что императору Клавдию не позавидуешь. О. Вот он, подосиновичек. Есть чему порадоваться. Так, вот такого позитивчика я только что хапанул. Смотрю, краснеет в ветках. Вот. Багровеет даже, я бы сказал. Крепкий, хороший. Один и второй. Класс. Смотрите, друзья, какой бордовый красавец. Кстати, прошу обратить внимание, в моем ведре уже не грязно. Очищаю все на месте. Вот. Скоро станет холодно, и эта красота нам будет только сниться. Интересно, что вчера я только тут был. Действительно попропускал. Но тут не только я был. Есть такой гриб, называется веселка. Так он вырастает за 10 минут на 5 сантиметров. Так, ну вот еще одна радость. Ух ты! А там еще больше. Толстячок. О, так, полежи тут, отдохни. Ё-моё. О, блин, как же это круто, а? Надо очистить. Хоть сфотографировать на память. Класс. Идите ко мне, мои маленькие. Фух. Вот такой вот букетик я нашел. Лайк. Так, вот, друзья, отошел недалеко. Ну, это точно лайк. Очень красивые грибочки. 4 грибочка вижу. Вот так. О! Вот красотинушка. В ведре все чисто.
Ну вот еще. О! Один. Два. Три. Видимо, у нас с этим болотцем взаимное чувство. У нас с болотцем действительно обоюдное чувство. Вот тому подтверждение. Смотрите, какие пупсики на одном месте. Так, что ж, я закончил обход болотца. Оно меня наградило вот такими щедрыми дарами сегодня. Несмотря на мои частые визиты. Я очень рад. Все грибочки крепкие, красивые. Пойду поищу маслят. Друзья, хочу обратиться к вам по поводу предыдущего видео, как я срезал белые. Не стоит так истерить. Я срезал их и оставил только донышко, как и меня и учили с детства. Лучше вот полюбуйтесь, как я поступлю в этот раз. Смотрите, здесь их три грибочка, четыре. Такая вот красотинушка. Так, выкручиваем каждый грибочек. И очистим ножки. Такая красота. Рядышком болотце еще было. Зашел сюда. Еще пару подосиновичков нашел. И вижу такой красавец подберезовик. И вот он. Нередко такие красавцы бывают. Чтобы на такой крепкой ножке. Но бывают. Очень душистые грибочки. А вот в корнях поваленного дерева растет белый гриб. Тут кто-то когда-то срезал вот большого. А вот вырос еще такой вот. Этого красавца я не могу вам не показать. Вот он рос под вот этими сваленными деревьями. Очень хочется поделиться с вами вот такой вот красотой. Смотрите, какие крепкие, большие и маленькие подберезовички. Такие вот красавцы. Вот, а совсем неподалеку лезет белый
Вот такой вот. Вот, стоило чуть-чуть отойти и заприметил еще вот такую вот красоту. Смотрите, друзья, вот растут какие-то пластинчатые грибы. А вот рядом семейка белых. Тут три, тут два. Вот такие бочоночки. Такие вот бочоночки. Грибное место здесь. Так, и вот рядышком еще вот такая история. Сейчас покажу. Вот маленький лезет. А вот сразу четверня. Вот лезет, вон, вон. И вон. Я принял решение достать еще пакет. Уже складывать в ведро некуда. Напал на такое грибное болотце. Такой тихий и уютный участок леса. Мне тут удалось найти десятка два маслят. Вокруг вот этой ямки. Вот в ветвях этого сваленного дерева прячутся маслята. Как зловеще она скрипит. Сосна. Ой, молодой осинничек. И напоследок сниму вам. Покажу вам вот такую красоту. Сегодня подберезовичков много. Ух ты! Какой! Красавец! Да. Все-таки тут и подосиновички есть. То ли начался сезон подберезовиков, то ли просто на этом болоте преобладают такие грибочки. Вот. Насобирал их много. Нести далеко до машины. Ну, как говорил один украинский политик, не треба скиглити. Не удержался, зашел еще в одно болотце. Так. Возьмем ножичек. Это не подосиновики. А вот это подосиновички. Какие красавчики. И болотце переходит в такой вот сосничок, где спрятался вот такой вот белячок. Бочоночек.
вот, дорогие друзья, моя грибалочка подошла к концу. Сейчас я вам покажу результат. Сегодня я собирал только самые желанные, самые благородные грибы. Белые, подосиновики, подберезовики. Ну и, конечно, попутно немножко маслят. Как всегда, прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Вот такие красавчики. И здесь. Ну, в общем, примерно два ведра. Вот оно, хмурое осеннее небо. Вот они, осенние радости.